гостям нашего канала. С вами Росси, а также мой товарищ The Dog Father. Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в SWAT 4. Это вторая миссия. Я, как обычно, расскажу вкратце о брифинге, которого мы прочитали. Скажем так, получается, есть дом, в котором находится потенциальный маньяк-убийца. Маньяк живет один, ну, точнее, со своей мамашей. Мамаша у него, в принципе, тоже находится как бы в состоянии психического расстройства. Недавно, за неделю до нашей операции, пропала студентка. Предположительно, она находится в этом доме. Также есть информация, что наш подозреваемый маньяк, это он по профессии плотник, то есть в доме могут находиться всякие ловушки. И наша задача, соответственно, это задержать Лоуренса Файрфакса, господи, блядь, спасти Мелинду Кляйн, спасти всех гражданских, которые там есть, ну и, конечно, медведей преступников. Сейчас поговорим о снаряжении, которое мы берем, ну а потом Александр дальше расскажет снаряжение, которое берет он. Я, скорее всего, возьму, наверное, дробовик с болванкой, которая... Стальной наконечник, стабилизатор, снизительная низкоточность, требует композит, требует высокой прямой способности. Нет, возьму лучше картечь калибра 0.0. Это для того, чтобы, ну, просто их обезвреживать. Значит, потом возьму и в личном оружии, скорее всего, возьму Glock 17 с полуоболочными пулями, для того, чтобы наносить минимальный урон. Возьму две газовых гранаты, светошумовую, шоковую, аэрозоль. И специального возьму, наверное, С2, и в защиту возьму противогаз, так как у меня газовая граната, и легкую броню. Ну, а что возьмешь ты? Ну, на основное оружие я возьму УЗИ. Это компактный и надежный пистолет-пулемет, который был разработан в Израиле в начале 50-х. Также возьму обрезанные пули, если вы понимаете, о чем я. Ну, шокер. Зонд и С4, ну, также в противогазе. Я готов. Отлично, так, сейчас я себе случайно чуть-чуть не выбрал. А чем отличается ружье просто Benelli Nova и Benelli Nova ND? А, несмертельное действие. Все, я понял. Вот я лучше несмертельного действия выберу, потому что хочу стрелять налево и направо с этого ружья. Поехали. Главное, в меня не попадай. Нет, не буду. Интересно, группа А и Б. А кто из нас А, а кто из нас Б? У нас всего как бы двое. Куда ты пошел? Тут смотри, тут два входа есть. Через гараж и через центральный? Да. Как лучше? Ну давай через гараж пойдем. Так, я телевизор твой включу. Да, точно. Я просто хочу экшена. Что тут открыто? Нет, ладно, сейчас я взломаю. Тебе добрый вечер. Все, взломал. Полиция, опа-на. Вот это да. Тихо. Больно тебе, маньячело? Как мы удачно зашли. Не говори. Больно тебе? А так тебе не больно? Это же он, да, вот этот потрошитель? Да, это он. Слышишь, девочки мои, плачет, типа. Девочки, которых ты убил, 4 человека, убил так, и здесь, порезал. Здесь никого. Заходим туда. Закрыто. А, закрыто, блядь. Сейчас давай не будем шуметь. Взламывать тогда. Сейчас двери за нами закроем, мы же такие интеллигенты, мы отряд А и Б. А и Б сидели на трубе. Ага, не говори. Крисы тут у него всякие, я вижу. Давай. Так, заходим, короче, просто вламываемся. Опа, бабка. А, это мамашка. Вы не имеете права сюда... Не имею права? Это сейчас, блядь, картина какая права. Замечательная. На, имею теперь права. Стой, я сейчас ее успокою. Вот так вот. Руки вверх, быстро! Сердце у тебя, блядь. Ты слышишь это или
мне кажется. Что? Гражданский в безопасности. Как будто кто-то бегает. Так, блядь, она орёт, сука. Или это мы топчемся? Может, это мы? Кухня чисто. Спальня чисто. Закрытая дверь. Захожу еще в какую-то комнату. Где за тобой? Детская. Чисто. Ванна чисто. Все, тогда пошли. Ну я не знаю, пойдем уже тогда вниз. Ну в подвал, да, пойдем. Там еще какие-то две комнаты, по-моему. Слышишь, слышишь, бабка конченая, по телевизору, по твоего сынка говорят. Идиота. Который уже в наручниках внизу. Тут закрыто. А че, у меня фонарика нету на УЗИ? Печально. Нету разве? Попробуй. Нету, нету. Ладно. А на этом? Тоже нет. Че, вскрываем? Давай взорвем лучше. Ну давай. Сейчас. А че ты не взял этот дробовик? Да нахуй, я хочу повзрывать. Готов? Готов. Далеко не отходишь. Смотри в этот. В дверцу, может там кто-то есть. Я взрываю. Чисто. Пошли дальше. Смотри, какие-то плакаты висят. Заложница. Гражданский ранен. Вас понял. Медики на подходе. Какой-то урод, короче, моральный. Интересно, он их насиловал по жесткочу или нет? Так. Давай, я предлагаю туда гранат накидать. Давай. Так, я шумовую взял. Я возьму тезер тогда. Полиция, на колени, быстро! Полиция, руки вверх! Ой, это заложница, я извиняюсь. Полиция, на колени! Я не знал, что все так плохо. Да я... ладно, ей нормально, по-моему. Я тебе гранату не дал. После того, что он там с ней сделал, наверное, это для нее цветочки. Все. Миринда Кляйн. Миринду Кляйн мы нашли. Хорошие новости, господа. Сообщим ее. 95. Где-то мы немножечко не дотянули. Где-то. Ну, в принципе, я считаю, тоже неплохо. Штрафных очков не начислено. Мы выполнено. Что я могу сказать? Просто шикарно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы обязательно все читаем, обязательно всем стараемся отвечать. До новых встреч. Всем пока.